Современная техника для уборки снега может появиться на городских улицах. Перед началом совещания глава республики и мэр осмотрели автотехнику, которую предлагают приобрести в Белоруссии. В фойе театра первые лица ознакомились с продукцией местных производителей. Сам отчет о проделанной мэрией работе занял около получаса. Александр Галков озвучил основные городские проблемы, которые требуют решения, и обратил внимание на дальнейшее развитие Улан-Удэ. Наши действия в течение всего года были сконцентрированы на следующих задачах. Повышение доходной части бюджета, повышение эффективности системы управления городом, переход к системе комплексной жилищной застройки и освоению территории города, создание благоприятных условий для инвестиций и обеспечение широкого участия горожан в жизни города. По итогам прошлого года отмечен рост экономики столицы Бурятии. Индекс промышленного производства вырос на 15%. Увеличилась заработная плата бюджетников. Как отметил глава республики, новая система городской власти себя оправдала. В городе по настоятельной просьбе общественности прекращена бесплатная раздача земли. В администрации Улан-Удэ наконец-то сформировалось четкое понимание того, что город не может развиваться, если не будет на регулярной основе сносить старые решалые здания. Поэтому в ближайшее время необходимо принять кардинальное решение о дальнейшем строительстве в границах города. В отчете о годе прошедшем есть четкие установки развития столицы Бурятии в будущем. Так оценила выступление мэра общественность. Очень позитивно, на мой взгляд, то, что было обращено большое внимание на детей. Все-таки в прошлом году как никогда было построено много площадок, детских площадок. Открывались группы для детей дошкольного возраста, поднималась заработная плата у дошкольных работников. Вот это все такие частные, вроде бы казались, моменты, но они составляют картину именно благоустройства человека в нашем городе. Впереди реализация планов на будущее. Скоро город отметит свой юбилей. Кардинальные изменения ждут центр Улан-Удэ. Одна из главных задач – создать целостный облик города. Все эти вопросы мэрия планирует решать, активно привлекая горожан. Виктория Фроленко, Даша Чайдопов, Новости дня.